маленьком городе, в уютном маленьком домике, живет котенок Коржик, его братик Компот. Ну ладно, хватит. Тимон, что ты делаешь? Перематываю к месту, где появляемся мы. Ну нельзя же смотреть не подряд. О, Кантре, мой свинский друг, для этого имеется пульт. Но так все сразу с толку собьются. Надо вернуться в начало истории. Но нас нет в начале истории. Мы в ней были с самого начала. А? Но зрители-то об этом не знают. Так давай расскажем им нашу историю. Эй, у меня есть идея. Давай расскажем им нашу историю. О, это замечательная мысль. Мы заглянем за кулисы, как бы откроем всем глаза на то, что происходило за кадром, на историю внутри истории. Ведь они не знают, что мы там были, хотя и не знали, что мы были там, правда? Лучше бы я и сам не сказал, да. Ну так значит, теперь мы начнем сначала. О нет, Пумба, нет. Мы начнем куда раньше, задолго до начала.